Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании. Сегодня у нас 2 ноября, и я отправляюсь на ярмарку. Сейчас у нас 8:30 утра. Я уже готова, сейчас буду выходить. С ноября месяца у нас открылся сезон ярмарок в торговом центре. На улицу мы теперь не ездим, потому что очень холодно. И до мая мы будем находиться в одном из самых крупнейших центров нашего города. В этих ярмарках мы участвуем уже не первый год. Единственный минус, что очень долго. У нас с 9 утра до 9 вечера, то есть нужно отстоять 12 часов. В этом месяце у нас 3 ярмарки подряд, это 2, 3 и 4 ноября. Сегодня у нас первый день, так что мы отправляемся. Беру вас обязательно с собой, чтобы вы тоже посмотрели, как у меня все будет проходить. Вот, так что сейчас буду грузиться, в общем, складывать все вещи и уже отправляюсь. Сегодня будет, как я и обещала, разыгран приз на наш конкурс, который был неделю назад. Вот, комментариев там много, поэтому надеюсь, что вам сегодня улыбнется удача и что именно вы победите. Победителей будет целых 3 человека, но сам процесс разыгрывания победителя я сниму уже вечером, когда приеду с ярмарки. Вот, так что поехали. Как вы видите, у нас уже выпал снег первый, причем такой уже тонким слоем лежит, не тает. Вот. Сегодня прохладно, но ветра нет, все отлично. В общем, сейчас гружусь в машину и отправляюсь. Я сегодня решила не брать с собой вот эту лесенку, подставку, все потому, что мне довольно тяжело нести. Я сегодня одна, без сопровождающих. Вот. И нести стол, стул, огромную сумку, да, еще пакет у меня там со всякими своими блокнотами и так далее. И не стала брать с собой вязание. Я там в основном всегда на ярмарке вяжу, но сегодня не собираюсь этого делать. Я просто взяла книжку, буду читать, потому что мы будем стоять на 2-м этаже. А 2-й этаж, он вот этот проход, где мы стоим, он очень узкий. И мы сидим не за столом, а рядом со столом, потому что там прям, ну вот, минимальное расстояние, чтобы прошли люди. Вот. И вязать там очень неудобно, поэтому я решила, что я сегодня этим заниматься там не буду. Вот. А просто буду сидеть, читать книжечку, вот. Еще чем-нибудь заниматься своими делами. Вот. Ну и, конечно же, буду ждать своих покупателей. Вот. В общем, сейчас пока греется машина, решила так с вами немножко поболтать. И уже сейчас отправлюсь, время уже без 9:20. Мне нужно туда приехать к 9, но, в принципе, тут доехать не так долго, поэтому сейчас быстро докачу. Итак, уже все участники на месте, потихонечку раскладываются. Вот, смотрите, вот такие узкие проходы у нас в торговом центре. И наши столы стоят вот прям по краешку бортика. Вот так у меня сегодня выглядит мой стол. Есть новиночки, есть стариночки, в общем, разные. Вот это новая принцесска-балеринка у нас. Мышки разные, разных размеров, разных цветов. В общем, вот так все выглядит. Джека, которого я вязала в последнее онлайн-тестирование, я с собой не взяла. Все потому, что у меня его забрала Машуня. Она сказала, что это ее любимый персонаж, и, в общем, она у меня его забрала. Так что его здесь нет. Вот так это все выглядит. Стол мой с красной ленточкой. И здесь стол. В общем, еще целых 15 минут до открытия магазина, пока можно отдыхать. Ну и утром, конечно, посетителей довольно мало, даже к обеду будет уже побольше народа. Вот. В общем, надеюсь, что сегодня все будет отлично, хорошая ярмарка, хорошие продажи. Ну что же, я весь день сегодня ничего не снимала, все потому, что, собственно, снимать-то было нечего. Вот, на часах у нас сейчас скажу, сколько. Двадцать минут пятого.
почти весь день прошел, у меня всего одна маленькая продажа. Вы представляете? То есть я вообще в шоке, просто в шоке. Народу практически нет в торговом центре. К столу вообще почти не подходят и не смотрят, не приценяются. В общем, вот так. Весь день сижу, читаю книгу. Да, в принципе, больше не делать-то и нечего. Вот, потому что совсем глухо и тупо, так скажем. Не знаю, с чем это связано. Вот, как-то так. Я надеюсь, что второй и третий день будет уже лучше, а не как сегодня. Потому что, ну, вы сами понимаете, потерять столько времени и не получить толку никакого, конечно, очень печально и обидно. Вот так наши ряды на данный момент располагаются. Вот рядом со мной девочка с шапками связанными. Далее там сумки ручной работы. Очень красивые, элегантные. И дальше полимерная глина, баночки, всякие ложечки. Это вообще я на этом очень сильно помешана. Сама очень люблю такие вещи. И дома у меня очень много всяких кружек, да, ну не кружек, а ложек, наверное, ложек с полимерной глиной. В общем, все осталось, как и было, ничего не убавилось практически, только одну игрушку продала, причем довольно маленькую. Так вот. Сегодня достаточно холодно в торговом центре, мне пришлось вот надеть теплый плед. Вот, мы вообще работаем здесь до 9 вечера. Но если кто не хочет собирать свой товар и стол, да, вот, и утром завтра приезжать рано опять раскладываться, то можно посидеть до 10, когда закрывается сам торговый центр, и тогда можно спокойно просто встать, не убирая свой товар со стола, уйти. Но опять, как бы, гарантии за сохранность товара не дают, но у нас девочки так многие делали. Я сегодня, скорее всего, вряд ли буду оставаться до 10. Мне проще поехать домой и завтра пораньше приехать, все расставить. Вот. Ну и душа моя так спокойна, когда мои игрушки лежат у меня в сумке. Поэтому я так делать не буду. Но не знаю, как на других ярмарках, в других городах у нас вот такая практика существует. Можно и так делать. Всем еще раз привет. Я только приехала домой. Сейчас у меня без 15:10. Голодная ужасно. Вот, пойду сейчас поужинаю и буду выбирать уже победителя конкурса. По продажам так у меня больше ничего и не было, то есть вот это одна игрушка и все. На этом у меня закончилось, то есть первый день у меня даже аренда не отбита, потому что аренда намного, намного больше. Вот, в общем, вот такие у нас неутешительные результаты. Я надеюсь, что завтра день будет намного лучше. Не могу сказать, буду ли я снимать завтра второй день, или, может быть, на приятном моменте победителей я все-таки закончу этот влог, да, так скажем. Вот, в общем, еще не решила. На самом деле устала, когда, знаете, люди приходят, да, ты с ними общаешься, есть покупатель, даже если продаж нет, но тем не менее ты общаешься, да, подходят люди, что-то спрашивают, ты им отвечаешь, как-то время проходит намного быстро. Когда ты просто вот так сидишь весь день, и к тебе вообще никто не подходит и внимания не обращает, причем не только ко мне, к другим мастерам то же самое, никто не подходил. Это дико скучно. Я и дочитала книжку, начала новую, и полазила там в интернете, что я только не делала. И эти 12 часов, они просто нескончаемые, они никак не могли закончиться. В общем, да, вот так. Сейчас быстренько перекушу и идем выбирать победителя. Так, давайте разыграем первого победителя. Первый у нас будет мастер-класс «Волка». Победитель Елена Малоземова. В общем, Елена, я вас поздравляю. Вы напишите мне, пожалуйста, в контакт, в группу сообщения, и я вам отправлю мастер-класс «Волка».
вот, на электронную вашу почту. Так что жду вашего сообщения. Так, смотрим дальше. Еще разочек. Второй, значит, у нас победитель выигрывает мастер-класс Мишки Тедди. Так, и кто у нас? Сейчас фокус. Людмила Белова. Так, отлично. Людмила Белова, я вас поздравляю. Вы становитесь вторым победителем. И выигрываете мастер-класс Мишки Тедди. И третий мастер-класс у нас куколки Даши. У нас выигрывает Татьяна Литошко. Татьяна, тоже прошу, напишите сообщение мне ВКонтакт. Девочки, я вас всех очень сильно поздравляю. Спасибо, что вы подписаны на мой канал, что вам нравится смотреть мои видео. Я очень рада. Вот, поэтому пишите, я обязательно вам отправлю все мастер-классы, которые вы выиграли. Ну что же, розыгрыш прошел. А всем остальным участникам тоже хочу сказать спасибо огромное за ваши замечательные комментарии. Я их все прочитала. А отвечать, правда, ни на какие не стала, потому что их на самом деле было очень много. Вот. И, в общем, ну, я всем ставила сердечко. Все читала, и просто мне так было приятно, если честно, на душе. Вот, в общем, сейчас пойду монтировать видео и прямо после монтажа сразу же выложу вам на канал, чтобы вы увидели, кто победил, потому что я знаю, что вы ждете. Кто не выиграл, не расстраивайтесь, будут еще разные розыгрыши на моем канале, это не последний, это точно. Так что участвуйте и обязательно победите. А я буду с вами прощаться, всем до новых встреч, пока-пока.